Старшекурсник Александр Блогин – будущий компьютерный гений. И хоть рынок труда в этой сфере довольно широк, пока не решил, куда идти и, главное, как убедить работодателя в своей компетентности. Хорошо, что консультанты по юридическим и трудовым вопросам приехали прямо в колледж. У нас на уроках, на парах есть отдельный предмет по этому – эффективное поведение на рынке труда. Но на данный момент мне просто нужно освежить память и проконсультироваться, все заново освежаю память и уже смогу идти устраиваться на работу, либо идти на высшее учебное заведение. Можно много и абсолютно разных тем поднять вот в формате тренинговой формы взаимодействия. Когда мы собираем группу людей, и там уже сначала как-то подготавливаем, так сказать, выстраиваем доверие с группой, вот, и только тогда потихоньку, и то не все, ребята начинают открываться и действительно, задают важные, актуальные для себя вопросы. А чтобы ребята в ожидании тренингов не скучали, представители Самарского дома молодежи разместили для них в коридорах выставку плакатов «Советы из прошлого». Как выяснилось, советы совсем не устарели и вполне актуальны и в наши дни. Как один из приветов прошлого – добровольные дружины. Новое движение нашло поддержку и у руководства, и у учащихся колледжа. Сегодня затрагивалась проблема организации добровольных народных дружин, которые, в общем-то, были в советское время, но затем вот в определенный период, 90-е годы, исчезли. Сейчас вновь на новом витке развития общества опять становятся актуальными. Они и учебу осилят, и работу найдут по душе, и дружинникам помогут. Ведь сейчас у ребят самый возраст пробовать себя во всем, чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.